Не хочу вас лайкать, надоели мне. Никакого кайфа, недоверие. Что ни жизнь, то сказка, где бы ни были, что ни ели бы, все показано безотказными галереями. Все под масками разными, все под фильтрами. А, итальянская паста, виски литрами. А, тачки классные, а, деньги быстрые. А, даже тёлки страшные стали кисками. Как вам высказать все, как донести? Не стыда, мол, у вас не совести. Я сижу тут, такая звезда-то я. А ты лайки копаешь лопатами. Аппетиты сонной потеряны. И вообще ни в чем не уверена. По хэштегам брожу и у всех все в ажуре, но я вас накажу, как перья. Беспробудно дежурю, за каждым слежу. Я подписана даже на шнура, но нигде никогда ничего не скажу. Даже смайлика не покажу вам. Пусть знают, кажись, каково оно разъебать свою жизнь без фолловеров. Когда фото твое не одобрено, за тебя не топят, ты не в топе, бро. Я не жажду общения тесного, и вообще вы все не интересны мне. Просто я социально полезна, я на любую страницу полезу. Я вот такая тяжелая миссия, и не жалея себя, борюсь с нарциссами. Мой аккаунт чист, как Иерусалим. А прием опаснее, чем у Брюса Ли. Я пасу тебя, как пасет маньяк. Все вокруг хотят получить мой лайк. Но я не буду, как все, ВКонтакте, в Инсте, в любой из систем. Буду так, а я занята только тем, что всю ночь и весь день наблюдаю за всем. Не лайкая, не лайкая, не лайкая. Наблюдаю за всем, не лайкая.